Всем привет, ребят! Сегодня у нас битва гильдии на Китайке. Давно я уже здесь не бегал. Вроде сегодня у нас получше топы будут. Попробуем потрешивать, если получится. А может и не получится. Ну, в районе 400-400к есть. Вот первые 464. Сейчас попробуем его долбить. Так, огнекрыл Фрея. Конечно, у него герои кучно стоят. Вот это проблемка будет. Возможно, а возможно и нет. Вот видите, ворожая моего слили. Специально собрал смотрителя зеленого для того, чтобы был отхил. Но, как видите, не особо он нас спасает. Огнекрыл и Фрея с новым талантиком выживания, в принципе, держится хорошо. Он, правда, урона не особо. Хоть у них и порочные пакты, и 12-е скиллы. В общем, сейчас попробуем еще сделать перезаходик. Так, чтобы у меня... продержался. Ара. Так, отлично, Анубис выбежал. Ну, ворожея. Все, ворожея, в принципе, слили. Остался у нас огнекрыл плюс Фрея. Асура вообще бестолковый. Ну, пробуем. Шанс слива, как обычно. Сейчас он просто моих всех ушатает, и на этом все закончится. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Нанодреви. Просто жесть, ребят, посмотрите, он просто моих посливал. Вот сейчас и Фрею затащит таким темпом. Поехали выпускать тяжелую артиллерию. Просто жесть. Надо все-таки, мне кажется, таблетки влияют на это все. Ну вот опять же, практически чуть-чуть не хватает нам на убийство Огника. Ну, в принципе, он и Фрейю не может убить, но... не может убить. Вот так вот, 82%. Поехали дальше.
Да, Сурик себя вообще что-то не показал. Можно, в принципе, вместо него попробовать Буги взять. Но вот Буги тоже толку особо не будет. Лучше взять вот так вот. Хоть урона будет больше. Так, окей, поехали следующего смотреть. Так. 388. Опять, у меня теперь нет смотрителя. Не устраивает это. Вот видите, фрайка с порочным, в принципе, она держится, если учитывать... Например, тот же самый бастионный там вариант, либо другие. Порочный пак всегда сливается. А тут вот с новым талантиком точно так. Точно так. Блин. Точно так же у нас и Огник. В принципе, неплохо, но все равно, мне кажется, выживание плюс оживо был бы получше вариант. Ну ладно, пробуем, тестируем дальше. Так, нам нужен зеленый герой. Блин. Так, ну стрелка смысла. Хотя, в принципе, можно и стрелка попробовать. Пусть будет с расколом. Вот такая вот пусть будет сборка. Поехали. Самое главное, чтобы был зеленый смотритель. Так, ну тут, в принципе, особо проблем не будет. Я думаю. Вот отлично подлетел. Еще плюс ворожей. Чем нравится мне зеленый смотритель, то что он... И отхил дает, и блокирует вражеские герои. Вот это вот плюс у него. Самое такое значимое. Ничего себе, дерево убили. Какие-то жесткие все стали. Вот так вот. Окей. Посмотрите, огнекрыло просто ушатали. Что это было, непонятно. Фрей, это просто жесть какая-то. Почему-то мои так не бьют никогда. Так, окей. Надо все-таки будет повкачивать 25-е таблетки. Так, 363, 74, 37, 80. Мохнатка, а смысл от нее не могу понять. Тем более первая эволюция еще. Так, ну все, в принципе, огнекрыл включился. Тут, думаю, ничего сложного не будет.
Еще сейчас блочку включим на ворожее. Фига себе. Посмотрите, опять же. Нифига не могут сделать с Фрей. Минуснули даже стрелка. Офигеть. Так, отлично, есть. Та-та-там. Триста шестьдесят три. Ух ты. Окей, а где Фрейя у нас? Фрейя тут. Рагнекрыл там. Ну, пробуем сразу вот так вот всех выпустить. Получить люли. Просто жесть. Можно, конечно, оставить так, но ну, нафиг. Наверху у нас Некрос. Смотрите, бьют. Бьют только в огника. Вот, наконец-то начали бить остальных. Ну вот сейчас вот круто. Круто смотритель попал в кулдаун. И в принципе огник слился вообще на изи. О, в общем, надо ловить кулдаун от смотрителя. С кулдауном огника. Да, возможно, будет интересно. Так. Триста семьдесят четыре. Такая же расстановка, как и предыдущая. Так, Ара будет блочить или нет? Вот посмотрите, сколько моих героев. Сейчас, блин, огник опять может их всех ушатать. Так, 33%. Минус дерево. Жесть. Ну, в принципе, тут нету 50, можно бы посмотреть. Не хватит нам атаки. Ладно, попробуем отсюда забежать. В принципе, можно и стрелка сразу кидать, оставить для блокировки ару. Ну, вот сейчас вот удачно все получилось, даже без потерь. Что мы имеем? 4001. Даже со сливом, в принципе, набрали мы неплохо.
Так. Окей. Вот такая вот битва гильдий после сна. Пишите комменты. Как обычно, подписывайтесь на Сливуна. Всем удачи, всем пока.